Наталья Олейник – примерная мама Миланы и Богдана и по совместительству талантливая фотохудожница. Ее карьера началась именно благодаря семье, с увлечения запечатлевать на фото собственных детей. Сейчас главные персонажи работ – другие младенцы, которым от рождения нет и месяца. Дети всегда располагают к себе, они подкупают своей душевностью и искренностью. Вот. И я бы хотела, чтобы люди посмотрели и прониклись вот этой нежностью, да, материнским отношением, потому что многие фотографии у меня, не все, правда, представлены, но есть отношение мамы к ребенку, да, вот это вот такая достаточно тонкая линия. Необычной новорожденной съемкой Наталья занимается 3 года. По ее мнению, чтобы фотографировать таких маленьких детей, их нужно чувствовать. Чтобы уложить ребенка в данную позу, необходимо создать ему комфортные условия, максимально тепловой режим, шумовой режим, позировка. Если ребенку неудобно, он никогда спать не будет и улыбаться. Поэтому его необходимо чувствовать. В коллекции Натальи сотни снимков, каждый из которых по-своему дорог фотохудожнице. Для выставки отобрали 50 лучших кадров, сделанных за год. Каждая съемка – длительный процесс, требующий тщательной предварительной подготовки, костюмы, декорации, свет. Кстати, светлое – именно так отзываются об экспозиции зрители. Очень приятно, что в «Золотом ключике» поселились такие солнышки на 2 недели, и зрители нашего театра, посетители галереи смогут тоже прочувствовать вот это чудо, вот это счастье. Картинка будущей фотографии начинает выстраиваться в голове Натальи задолго до съемки. Но непредсказуемые малыши порой не подчиняются задуманным позам. Поэтому нередко образы рождаются спонтанно. Чтобы дети хорошо получились, каждого нужно запеленать, уложить и убаюкать. Мама просто сидит рядом, просто кормит и меняет памперс, если нужно. А всю остальную работу делает Наташа. Выставка замечательная, солнечная, очень романтичная, наталкивает на мысли о продолжении семейного рода. Фотографии просто безумно красивые, и своим детям я такую же фотосессию сделаю. Фотокартины Натальи Олейник радуют и вдохновляют. На них умиротворенные малыши, без сомнений, самые нежные и трогательные создания в мире. Анастасия Сухарева, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ, Евпатория.